Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. 26 октября на 65-м году жизни скончался актер театра, кино и ТВ, певец и шоумен Станислав Хлавнович. Об этом в социальных сетях сообщают друзья и коллеги артиста. Причина смерти не называется. Хлавнович родился 11 января 1957 года. В 1987 окончил Днепропетровское театральное училище. Был актером театра «Варьете Богема» и шоу-театра «Отражение». Профессионально занимался вокалом, победитель международных конкурсов вокалистов в номинации «Авторская песня», обладатель Гран-при Всесоюзного конкурса театров эстрадных миниатюр. Среди экранных работ – фильмы и сериалы «Прокурорская проверка», «Виталька», «Касатка», «Свидетели», «Стоматолог», «Козырное место», другие. Актер Джеймс Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в сериале «Друзья», скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, сообщает BBC со ссылкой на менеджера артиста. В «Друзьях» Гантер работал официантом и менеджером в культовой кофейне Central Perk. Он был влюблен в персонаж Дженнифер Энистон Рэйчел на протяжении всего сериала, которая также работала там официанткой в первые сезоны шоу. Мир знал его как Гантера, седьмого друга, но близкие Майкла помнят его как актера, музыканта, активиста за борьбу против рака и любящего мужа, заявил менеджер. Летом этого года стало известно, что у 59-летнего Тайлера диагностировали рак четвертой стадии. Тайлер объяснил, что в 2018 году у него выявили рак простаты. Это произошло очень поздно, когда болезнь уже успела распространиться по организму. Недуг затронул кости и позвоночник, что стало причиной паралича конечностей. Врачи назначили актеру гормональную терапию, которая в течение первого года работала хорошо, но во время пандемии коронавируса его состояние ухудшилось.